Вітаю на телеканалі Еверест. Проект «На висоті» – програма про успішних. Для тих, хто хоче бути такими в нашій студії, вони діляться секретами свого успіху. Сьогоднішня гостя народилась на Черкащині. Закінчила Національний медичний університет імені Пирогова. В цьому ж виші продовжила навчання в магістратурі. Одразу ж після закінчення її запрошують працювати в приватний медичний центр лікарем, акушером, гінекологом та УЗД. Через 5 років призначають головним лікарем цього центру. З 2011 року працює в медичному центрі «Віола Мед». Сьогодні вона лікар, акушер, гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, член Міжнародного товариства спеціалістів ультразвукової діагностики в акушерстві та гінекології. Одружена, виховує доньку. Сьогодні у нас в гостях Віолета Марцинковська. Здравствуйте. Здравствуйте, Ярослав. Ви гінеколог. Як ви вважаєте, це професія вас обрала чи ви її? Ви знаєте, я думаю, що все-таки я. Я родилась, конечно, с желанием огромным быть доктором. И это желание во мне жило буквально с раннего-раннего детства. Я абсолютно была уверена, что я буду врачом. Вот кем? Я очень сложно решала по окончанию института. Мне было достаточно трудно принять решение, потому что мне нравилось все. За исключением, и хирург? Да, мне нравилось все. Мне нравилась хирургия, кардиология, терапия, пропедевтика. Единственный был предмет, который я как-то не совсем понимала, это нервные болезни. Вот неврологию как-то она мне не далась. Это единственная специальность, которую я не хотела выбрать. И поэтому, став гинекологом, я как-то так проанализировала и вдруг решила, что это, наверное, было бы интересно, это было бы хорошо, востребовано. И опять же, общение, мне как-то общаться с женщинами кажется легче, чем с мужчинами, поэтому я выбрала. Почему лікар? Тому що батьки вас взагалі далекі від лікарської професії. Да, мої родители далекі от врачування, действительно. Мой папа актер, и я очень много времени в детстве проводила за кулисами, но тем не менее особенно не хотела быть актрисой, и мой папа это не слишком приветствовал. И очень хотела быть врачом, потому что в окружении моих родителей было много врачей, мне они очень нравились, я их любила с детства. Мне казалось, что когда я поступала в институт, что там учатся самые лучшие люди, самые-самые, они самые красивые, самые умные, самые добрые, самые необыкновенные. Я поступала в институт именно с таким мнением о докторах. Это, может быть, это сегодняшний день не смешно, но это правда. И участие в институте, я считала его самым-самым лучшим, интересным учебным учреждением в мире. Просто мне казалось, что узнавать что-то такое, что знают не все, это невероятно. Не было после навчання розчарування? Нет, никаких разочарований не было. Было такое маленькое такой момент, когда я пришла работать на кафедру после окончания магистратуры, потому что после института я училась 3 года в магистратуре, это достаточно долго было для хирургической специальности. Потом я пришла работать на кафедру на должность старшего лаборанта, это такая как бы самая маленькая научная должность. И мне стало очень скучно, мне не давали палату, мне нужно было, мои функции входило набирать на компьютере какие-то методички, и тогда я просто, это было 2 недели, дольше я не выдержала. Як же лікувати, да? Да, это никак не соответствовало моим впечатлениям и пониманию профессии, поэтому, когда мне поступило предложение пойти работать в клинику частную, я с радостью согласилась, я еще не понимала, куда это, как это, и очень забавным было то, что, обучаясь в магистратуре, я большинство времени уделяла хирургии, в гинекологии, я была в гинекологии, в операционной, в онкодиспансере долго стажировалась, в родзале, и ни дня не была в консультации. И вот такую шутку со мной сыграла жизнь. Але вони теж ризикували, тому що вони взяли таку юну дівчину без ще такого досвіду. Вы знаете, я на сегодняшний день склоняюсь к тому, что это очень правильно. Потому что человек, когда он начинает приобретать знания, и они были, знания это были, конечно, но когда он начинает учиться специальности уже где-то сам, все равно мы сами учимся. И он отшлифовывает свою профессию
имея большое желание, это иногда лучше, чем приобрести готового специалиста, очень-очень хорошего врача, но где-то могут быть моральные качества, ну, не то чтобы они были плохими, нет, просто где-то немножко не в формате. И человек, который долго работал в государственной клинике, я вам так скажу, он не всегда сможет легко прижиться в частной практике. Потому что это немножко, это по-другому. Угу. Да. Чомусь дуже часто, коли говорять про гінеколога, виникають такі суперечки, хто кращий, чоловік-гінеколог чи жінка-гінеколог. Чомусь дуже часто сперечаються, до речі, жінки, не говорять там про лора, окуліста, а саме про гінекологів. Як ви вважаєте, чому? Даже не знаю. Есть такая категория женщин, которые предпочитают гинеколога мужчину, хотя в целом мне кажется, что самое главное – это профессиональные качества. И у меня есть много отличных знакомых, друзей, гинекологов-мужчин, которые просто замечательные. Они прекрасные доктора, они прекрасные люди, и они работают во имя только вот блага своих пациентов. И я очень горжусь тоже такими знакомствами. И, на мой взгляд, пол в данном случае немає значення. Не имеет большого значения. Как вы вважаете, что найскладніше в вашей профессии? Я много занимаюсь именно пренатальной диагностикой, исследованием ребеночка в утробе мамы. И самое сложное для меня – это сообщить родителям, когда что-то не так. Это очень сложно. Каждая такая ситуация, даже сейчас у меня мурашки, каждая такая ситуация, она проживается вместе с этой семьей. И я тщательно подбираю слова, прежде чем это сказать. Я очень думаю, как это сообщить. Это самое сложное. Угу. Потому что испытать большое счастье вместе с ними о том, что все хорошо, это прекрасно, это легко. А вот сообщить о каких-то проблемах, это бывает сложно. Это сложно всегда. Якось залишити це все на роботі і прийти додому, забути все це і прийти додому, і бути щасливою, і посміхатися чоловікові. Действительно, вот так переключаться, этому я училась достаточно долго. И сейчас я могу сказать, что я владела этим искусством. В этом мне помогает наш домашний любимец. У нас есть собака, и поэтому, когда она меня встречает, облизывает, я уже переключилась, я дома. Угу. Але є лікарі, які ось вони, можна сказати, що вони стають цинічними. Тому що вони дійсно там кожного дня операції, кожен день стреси, кожен день їм доводиться говорити якісь негативні такі діагнози людям. І ось в житті, коли ти з ними спілкуєшся, от реально вони цинічні. У вас не було страху ось стати таким цинічним? Нет, страха, наверное, не было. Цинизм, может быть, он где-то очень глубоко, может быть, он где-то есть, если покопаться. Я не могу судить о себе со стороны так. Но я, наверное, боюсь, чтобы это было. Угу. Вот. И я пытаюсь делать так, чтобы, есть так на самом деле, что каждый человек, он совершенно, совершенно отдельный, его история совершенно, совершенно новая, другая, и я всем искренне желаю счастья, поэтому где-то я боюсь слишком сопереживать, потому что я понимаю, что это, испепеляет, это сжигает. Я это очень хорошо чувствую, я пытаюсь тоже с этим как-то работать для того, чтобы этого не было. Потому что иногда в конце дня я испытываю колоссальную эмоциональную нагрузку от каждого человека, от каждого случая, от энергии каждого человека, который мне принес, цинично, наверное, усталым и испепеленным, сожженным, я, может быть, себя чувствую, но цинично, наверное, нет. Ви сказали, що у вас є комплекс відмінниці. Да. Коли ви закінчили університет, я так розумію, що з червоним дипломом, да, і почали працювати, зрозуміло, що у вас ще не було такого досвіду, і коли хтось вмів краще, і були кращі знання. Як ви себе тоді відчували? Це була заздрість, це було дискомфорт? Расскажите про те эмоции. Нет, конечно, я расскажу. Я вам расскажу о том, когда у меня был просто страх, когда я каждое утро поднималась по ступенькам на работу, вот в этот частный медицинский центр, с ужасом, что кто придет ко мне
что, может быть, мне будет сложно, и я сразу не буду знать проблему. И когда стояли в коридоре со слезами, мне сразу себе рисовала такие ужасные картины. На самом деле, там, ну, оказывалось просто, ну, как это, просто ерунда. И когда я слышала, что, ну, вот я уже разбирала ситуацию, знаю, все хорошо, все нормально, все в порядке. И я очень много лет провела с книгой, ну, без конца. У меня не было никакой, конечно, никакой там зависти никому, кто лучше знает, потому что мне казалось, что совершенство в профессии, оно у каждого свое. И я просто стремилась быть такой. Я где-то в душе перфекционист, я борюсь с этим тоже. Вот, это не совсем есть хорошо во всех сферах, но тем не менее, мне кажется, в профессии это неплохо. Вот, и поэтому я пытаюсь сделать свою работу скрупулезно, очень хорошо. Ну, отлично. Вот, вот этот вот комплекс, где он мне мешает? Мне этот комплекс мешает с моей дочерью, потому что я подсознательно пытаюсь требовать от нее такого же, но она... Она иначе? Она другая. Да, она совершенно другая. Она очень красивая, талантливая, способная, совершенно производящая впечатление счастливого человека. Это меня очень радует. Ну, она вот не отличница в душе. То есть у нее пока нет такого желания она быть во всем самой лучшей. Да. Может, спокойно она, стала? Да, она именно так, она спокойно относится, но у нее прекрасное такое мироощущение, она всех людей воспринимает очень такими добрыми, хорошими, видит массу положительных черт у каждого. Ну, может быть, как мама, да. И не зря говорят, да, чтобы сделать ребенка хорошим, нужно научить его быть счастливым. Вот мне кажется, что вот это действительно самое главное, потому что это важно всем нам. Медицина не стоїть на місці, і сьогодні, якщо подивитися на обладнання, то насправді вони творять дива. Ще там років 20 назад такого і ніхто не міг подумати. Як ви вважаєте, колись буде момент, коли, в принципі, буде важливо тільки обладнання, яке ти маєш в клініці, а рівень лікарів буде неважливий? Ні, такого не буде. Ніколи не буде? Ні, такого не буде ніколи. Тому що всі существуючі методи, вони все одно оператор-зависимі. Тобто, на самом деле, який би не був прекрасний, ну, наприклад, ультразвуковий апарат, дуже важливо, хто сидить за пультом, хто крутить трекбол і хто держить датчик в руці. Вот. І на самом деле, це серйозніший мислительний процес. Аналіз вот этих всіх картинок в голові відбувається моментально. Це сложно, це трудоемко, і це требує больших знань і хорошого опыту. Стоматологи завжди жартують, що вони мріють, коли вже винайдуть якусь мазь чи порошочок, що можна було там посипати на місце, де колись був зуб, і він виросте. Є щось таке в гінекології, про що ви ось так жартуючи мрієте, коли це вже винайдуть якийсь там препарат? Ну, в отношении препаратов, я думаю, такого нет. Но есть один такой метод, о котором я действительно мечтаю о его внедрении широком. Он сейчас внедрен в Америке, внедрен в Англии. Это неинвазивная пренатальная диагностика, когда берут кровь у мамы и определяют в ней клетки плода, ДНК плода, и могут исключить такие сложные хромосомные болезни, распространенные. Это действительно очень прекрасный метод, и я мечтаю о том, чтобы он когда-то был внедрен в Украине широко. Он дорогостоящий, он есть сейчас в некоторых клиниках Киева, но из-за стоимости высокой мы не можем его использовать широко. Я мечтаю о том, чтобы так было. И чтобы он был в вашем центре? Конечно, обязательно. Когда вы еще учились в медуниверситете, когда вы уже работали в приватном центре, вы мечтали работать на себе? Первую половину своей творческой рабочей жизни, я так назову ее, я уделяла внимание только тому, чтобы достичь вот какого-то, пусть условного, но какого-то совершенства в том, что я делаю. То есть я хотела научиться делать это хорошо, желательно лучше, чем все остальные. Потом, конечно, стали приходить мысли о том, что неплохо бы... Это сознание произошло поздно. У меня вообще это понятие в отношении денег все очень поздно произошло. Бизнес-плане, это не про вас. Нет, это бизнес-план, нет. Вот тут получается научиться это делать, это восторг, это большое счастье. У нас такая была команда в то время в этом медицинском центре, где мы работали. Настолько людей, которые не считались ни со временем. Я когда пришла работать, я не спросила, сколько мне будут платить.
Я не спрашивала об этом, мне было это стыдно, и вообще это было совершенно неуместно. Я понимала, что я должна сначала научиться что-то делать, показать себя, а это не то чтобы даже вторично, эти мысли просто не было тогда. Сейчас все по-другому, конечно. Ну, я понимаю, что сегодняшняя молодежь, приходя, они уже сразу считают. Сейчас другие дети, другие... Это правильно. Это правильно, может быть, вот, но в тот момент у меня такого не было. Но, конечно, ну, где-то, может быть, лет 8-10 назад я уже стала подумывать о том, что неплохо бы работать каким-то образом на себя, имея свою, как бы так бы сказала, просто частную практику. Угу. То есть то место, где к тебе могут прийти люди, да, и это там будет даже не из-за того, что ты будешь получать, да, больше прибыли от этого, а из-за того, что ты сможешь сделать там такие условия, и ты будешь там работать таким образом, как понимаешь ты. То есть ты будешь, конечно, это все организовывать, но при этом твои понимания смогут воплотиться в жизнь. Это очень важно. Угу. Ви сказали, що ви довгий час спали ось з книгою, і завжди вона була сьогодні вже. Спитаю, без книжок? Нет, все продолжается. На моем туалетном столике всегда есть профессиональная литература. Ну, сейчас очень много интернет, то есть планшет с интернетом, это тоже очень важно. И я стараюсь, ну, чтобы не было такой недели, когда бы я не получала или не обновляла какие-то профессиональные знания. То есть это, ну, я планирую обычно свои недели, свой рабочий день. Может быть, я еще не совсем довольна, как это у меня получается. Я тоже хочу, чтобы это было лучше. Я постоянно работаю над этим. И я в этих планах всегда есть что-то, чтобы посмотреть, почитать, напомнить себе, что-то вспомнить, узнать новое. Сьогодні за скільки потрібно до вас записуватися на прийом? Сьогодні запись, ну, где-то в районі 2-3 недель. Угу. Ви не маєте права хворіти, ви не маєте права, там, знаєте, як відпрошується з роботи по сімейним обставинам, тому що ціла армія людей стоїть і чекає до вас прийому. Да, это бывает некоторый дискомфорт в этом, но только в том, что я должна четко все спланировать. То есть каждую поездку свою, или потому что я достаточно часто езжу на какие-то семинары, конференции, я должна спланировать заранее. Точно так же и все, что происходит в моей жизни. Потому что я очень не люблю подводить людей. Я понимаю, что если человек записался за 2 недели, то это моя персональная обязанность обеспечить ему этот прием в то время, когда он записался. И даже если у меня есть какое-то опоздание там, на 10 минут, если я на ком-то немножко задержусь, не всех же можно так четко-четко распределить. Я очень сильно переживаю по этому поводу. И где-то внутренне начинаю торопиться, и когда уже догоняю, делаю так... Застигла. Все успела, да, все так, действительно. Якщо щось в житті йде не по плану, які емоції? Ну, я думаю, что не по плану может быть только все хорошее, поэтому эмоции тоже положительные. Угу. Ну, вообще стараюсь, чтобы эмоции в основном были положительные. Ваш чоловік, він гордиться тим, що в нього дружина такий відомий гінеколог? Ну, я думаю, что мой муж мной действительно гордится. Я думаю, что это связано не только с моей профессиональной деятельностью. Просто я думаю, что просто он гордится мной вот как своей подругой, женщиной, как там маленькой девочкой дома на самом деле, вот, которая там может покапризничать. И мы оба, мне кажется, получаем от этого удовольствие. Конечно, гордится. Він вас ніколи не критикує? Критикует... По-серьезному, мне кажется, нет, но бывают такие какие-то легкие моменты, когда он может мне сказать, ну вот знаешь, вот тут лучше вот так. Я болезненно воспринимаю критику, он это знает. А его можете критиковать? По-серьезному нет. Это можно сделать только так, шутка, в шутку, как-то так очень издалека, но не прямо в лоб, нет. Вы працюете разом? Это складнейше, чем простейше для семейного жизни? Принято считать, что это сложно. Если говорить о нашей семье, я не могу сказать, что нам это сложно. Для нас это очень гармонично. Вот как-то так произошло, что мы, видимо, друг друга дополняем, и мы не представляем себе, как это быть вот долго врозь. И то, что мы каждое утро там едем вместе на работу и возвращаемся практически всегда вместе, я испытываю от этого большое удовольствие, я думаю, что мой муж тоже. Є жінки, які кажуть, що великий недолік в лікарській професії те, що вони не можуть прийти і показати всім своє вбрання, яке вони там купили нещодавно. А постійно потрібно ходити в білому халаті, там, в формі. Для вас це теж
такі ж самі емоції, що вас це не задовольняє? Ні, ви знаєте, навіть ніколи об цьому не задумувалась. Ну, можна ж їхати на роботу, чому? Тому що тебе хтось десь там побачить, остановиться. Ні, у мене немає такого комплексу. Що ви приїжджаєте в інше місто, в іншу країну, ви заходите в якісь приватні подібні центри, щоб подивитися, як в них все облаштовано? Так, да, іноді ми так робимо. Особливо последний был визит в Германию, мы посещали такие центры, что нас приятно порадовало и где мы увидели, что к этому можно стремиться, это то количество среднего и младшего персонала на одного доктора. У них работает один доктор, и с ним может работать 4 или 5 медсестер или помощников в разных кабинетах, а доктор только перебегает между кабинетами и дает ценные рекомендации. То есть у нас по-другому. У нас все по-другому. В этом есть плюс и минус вот в такой вот практике. Минус, конечно, в том, что доктор не успевает уделить достаточное количество внимания пациенту, а это, на мой взгляд, и в нашей ситуации это очень важно. Ну, время, проведенное с пациентом, какие-то слова, и все это имеет большое значение. И то внимание, которое ты можешь уделить, и ту энергетику, с которой поделиться, это очень важно. Були моменти, які побачили, наприклад, там, якісь закордонні, в закордонному центрі, і потім зробили у себе, так підглянули? Да, ну, может быть, были какие-то такие моменты, но вот так конкретный пример я, наверное, даже сразу не вспомню, чтобы вам привести. Есть бажання, щоб, наприклад, ваш центр, це була як франшиза, і в інших містах відкривати? Нет, вы знаете, мне кажется, что пока мы так глобально не мыслим, если так будет, это будет уже другой какой-то центр, потому что работать в разных городах и при этом, чтобы все было так, как хочешь ты, невозможно. То есть такое количество, это надо просто кого-то клонировать для того, чтобы так было. Угу. А, так, наверное, не всегда получится. Окрім роботи, що вам цікаво? Мені дуже багато цікаво, на самом деле. Я дуже люблю домашніх животних, наприклад. Я дуже люблю займатися садом, цвітами. Мне очень нравится читать, смотреть интересное кино. Ну, то есть все, что приносит удовольствие, все, что помогает каким-то образом развиваться, я все это люблю. Відпочивати, як ви любите? Це якийсь активний відпочинок, чи це там просто дома з книжкою посидіти? Ну, по-разному. Я дуже люблю много ходити, і поэтому дуже часто в вихідні ми просто з мужем йдемо куди-небудь гуляти і ходимо довго пішком. Вот, і мені кажется, що це прекрасний отдых, а заодно і время, которое можна потратить для каких-то нових, для того, щоб приобрести какие-то нові ідеї. Донька буде гінекологом? Я не знаю. Я не буду влиять на выбор ее специальности, но моя дочь уже учится на первом курсе медицинского университета. Она еще не знает, она еще не решила. Она не заглядывает так далеко. Я очень счастлива, что она поступила в университет, потому что я уже говорила о том, что считаю, что прекрасное учебное заведение. И она, я получаю, ну, я просто счастливая мама из-за того, что она получает удовольствие от учебы. Это для меня на сегодня самое главное, и какой бы она ни сделала выбор, я буду ее поддерживать. Мне очень хотелось, чтобы она получала удовольствие от своей работы, очень любила ее, и тогда она будет вдвойне счастливым человеком, не только от себя, и потому что счастье пришло к ней генетически, а и от того, что она будет делать на благо обществу. Как бы познакомилась с человеком? Ну вот так случайно на улице познакомились. Угу. Він знав, хто ви? Ні, це було під клінікою, в якій я раніше працювала. І так от якось случайно я споткнулася, він там помог, як-то так от все продовжилось. Можна сказати, що це прям кохання з першого погляду? Ну, може бути не з першого погляду, але з першого розмови. Чим він вас вразив? Ви знаєте, у нас якесь дуже схоже мировосприятие. То есть у моего мужа прекрасное чувство юмора и глубокий ум. И, на мой взгляд, это самое-самое главное в мужчине, особенно в муже. Он в самую такую минуту, кажущуюся трудной, он умеет найти такие слова поддержки и как-то так рассмешить, что вся ситуация просто из трудной, ужасной, почти трагичной превращается в комичную. Вот. Я очень ценю это в нем. И знаете, считаю, что ну, есть такие люди, с которыми можешь найти себя. Вот у меня
такая ситуация. Я считаю, что я вот со своим мужем обрела себя и очень сильно стараюсь себя больше не терять. Про что вы сегодня мрите? Я мечтаю. Мечты у меня есть разные. Мечты с короткой такой длительностью и долгоиграющие мечты. Вот, конечно, я хочу, чтобы Украина стала такой страной благополучной, мирной, и чтобы у нас... я очень болезненно воспринимаю военные действия. Я очень-очень сильно хочу, чтобы наконец-то все закончилось. И чтобы люди в Украине жили хорошо. Чтобы как можно меньше людей нуждались. Это такая глобальная мечта. Ну и, конечно, есть мечты, связанные с собой. Да? Одна из таких, которой можно, ну, например, поделиться, это то, что... Она касается старости. Я бы хотела, чтобы моя старость была очень активной. Угу. Да, чтобы я прожила много лет, и чтобы я вот также могла смеяться и была востребована долго-долго-долго, чтобы я имела, возможно, какую-то школу, где я смогла бы поделиться тем, что я наработала за свою жизнь, и чтобы это было как-то так хорошо, тепло, и, ну, чтобы я была такой доброй, веселой старушкой. Ну, я дякую вам за це. Спасибо вам, Мирослава. І бажаю, щоб насправді всі ваші мрії обов'язково здійснювались, тому що ви цього заслуговуєте. Благодарю вас, Мирослава.